Такой вариант, когда Минские соглашения будут нам менее выгодны, чем двухсторонняя сделка с той же Россией. Потому что тут важно, нас будут заставлять капитулировать. А тут надо будет торговаться еще. И тоже с позиции силы. И тоже, может, надо будет забыть про этот нормандский формат. Потому что немцам и французам, лишь бы вот эту Украину спихнуть, этот Донбасс, и все. И решать это.